Твери начались активные работы по облицовке фасада Спасо-Преображенского собора белым камнем. Как изменится в храм в ближайшее время и какое событие ждет тверичан, расскажем в нашем сюжете. Фасад Спасо-Преображенского собора будет отделан владимирским камнем. Об этом рассказал ключарь собора Сергей Будков. Также в храме ведутся большие работы по обустройству цокольного этажа. Это то пространство, которое будет использовано в соборе для просветительских целей, для встреч, для работы воскресной школы, для каких-то лекториев и прочее. Полный объем всех строительных работ планируется завершить к лету. В июле месяце, 14 числа, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершит великое освящение этого собора Спаса Златоглавого. А пока тверичане могут неспешно прогуляться и полюбоваться прекрасным видом, который открывается на обновленной соборной площади Твери.